Друзья мои, если вы не поставите лайк под этим видео, вот это классное голубое существо в шляпе материализуется у вас ночью под кроватью и будет громко храпеть и не давать вам нормально спать. Так что я вас предупредил. Это, конечно же, ребятки, не забываем подписываться, чтобы не пропускать новые свежие сиды, которые всегда есть в этом канале, на этом канале в изобилии. Погнали. Первым делом, конечно, вам нужно выйти в главное меню, как обычно. И что вам нужно сделать? Скопировать сид мира, который есть в описании под видео. Вот эти циферки. Смотри, при создании миров заходим в раздел сида, вставляем вот эту, все сиды мира. Название даем какое-нибудь нормальное. После этого обязательно можете выбрать любую сложность. Эксперт, мастер, классический или приключенческий, не имеет ровным счетом никакого значения. Очень себе советую обзавестись магической ракушкой, это совершенно не обязательно, но я просто вот настоятельно, очень настоятельно вас прошу это сделать. Потому что это сохранит вам огромное количество времени. После того, как вы зашли в мир, просто двигайтесь налево. Сквозь все преграды. Свое удовольствие. До тех пор, пока не найдете левый океан. Ну или просто, то есть вы заспавнили здесь, и вот все время двигайтесь налево, пока не упретесь в конец, вот здесь находится океан. Вот вам океан и надо. Есть второй вариант. Просто использовать магическую ракушку, левой кнопкой мышки клацаешь на него, и оказываешься у нужного океана сразу. Видишь? Слева от спавна. Окей, в океане аккуратненько погружаемся под воду. Можете использовать там акваланг и прочие зелья, которые помогают дышать под водой. Просто исследуйте дно океана, пока не найдете вот этот голубой водяной сундук. Открываете его, и вот у нее. Водные тапки. У меня уже есть водные тапки, плюс 3 скорость, потому что у него зачарование хастлай, или хасти. Короче, плюс 3 скорости. Тоже неплохо. Для новичков великолепно. Не забывайте, что у нас теперь можно сделать 3 сетапа разных шмоток. Сетап номер 1, номер 2 и номер 1. Слушайте, прикольно. Для разных вариантов, там, хочешь для строительства сетап номер 1, номер 2, номер 3. Кайф, ребята, бесконечный кайф. Как, товарищи, что? А. Что-то я забыл сказать. А, у нас есть официальный Discord, у нас есть официальная группа ВКонтакте, обязательно подписывайтесь на тот случай, если ютубчик тоже заблокируют за компанию. Ну, в принципе, какой его смысл блокировать, если все равно монетизацию для России отключили к чертям собачьим. Так что есть русский ютуб, нет русского ютуба, какая хрен разница. Может быть, поэтому его, кстати, и не забанили в России до сих пор. Не знаю. Ага, я спавнюсь в точке, где... Угу, понятно.